Ну что ж, посмотрим, что нам приготовил Готэм. Ну что ж, мы вновь в башне-пещере. Пещерной башне. А, похоже, ее обстановка поменялась. Весьма поменялась. Угу. Так, ну, я думаю, на этот раз нам стоит избежать прорывов сквозь стены. Мы все-таки здесь для того, чтобы принять испытание Готэма. И я уверен, что он не хочет, чтобы мы читили. Угу. Первое испытание пройдено. Длинный коридор. Угу. А, черт. Мы требуем полного опыта. Вот почему мы создаем огромные леса, великие горы, загадочные пещеры. Все места, которые могут рассказать историю и создать воспоминания и остаться запоминающим все воспоминания. А, неважно. Мы создаем их все. Что? 0-1. А, типа этаж. Ну, пошли. Раз, два, три, четыре, пять этажей, наверное, двери. Что же мне с тобой делать? О! Ага, вот как это работает. Инструкция это не для нас, да, я уже понял. Плохо я буду. Сейчас еще какая-нибудь хрень будет. Что там у нас? 60 уровень, уязвимый к огню. Ну да, спасибо. Вот этого мне в жизни-то больше всего. А, и это еще. Да, давай я сдохну. Что? А. Ладно, не будем сильно жаловаться. Поздравляю, вы пошли один из... Так, это был верхний, да? Теперь нижний. По крайней мере, тут мне дают неуязвимость хоть какую-то. Что уже хорошо. Так. Все. Мы ищем абсолютного опыта. Но наши средства были ограничены. Препятствия были поставлены, ограничивающие наш истинный потенциал. Настоящая свобода творчества, вот что нам нужно. О, черт.
Ну ладно. А чего? А, правильно. Что-то ты заскучал. Давай-ка это. Господи. Электричество, да? О, черт. Самая наводящаяся фигня. Не знаю. Не ощущается это интересным. Скучные довольно враги. То есть вот, по сути, вроде какой-то новый тип, но по сути он такой же бизон, как с первой локации самой. Так, что у нас там по времени? Бум. Ух, хорошая головоломка. Так, ну ладно, обязательно рубил. А ну, с пушками, ладно, я к ним вроде более-менее привык. Что там у нас? Этот надо делать, да? Ладно, прикольные пушки. Черт, мне реально теперь страшно, что там еще 80 тысяч будет этих этажей. Мы ищем абсолютного опыта. И поэтому мы освободились от наших оков. Уничтожили все препятствия. Получили креативную свободу, которая нам была необходима. Наконец, мы можем дать форму всему, что наш разум может предложить. Ну что, еще раз то же самое? О, нет. Окей. А я тоже самовладеющийся умею кидать. Левел-ап. Что теперь? О, 4 пушки. Правильно! Ладно. Мы ищем абсолютный опыт. Однако, как только мы достигли абсолютной креативной свободы творчества, которая необходима для того, чтобы создать его, с тяжелым сердцем мы поняли, что еще кое-чего не хватало. Источник опыта. Игрока, чтобы он наслаждался им. О-о-о. Финальная головоломка перед боссом, судя по всему. Вот он, ты не может быть. Не можешь иметь это в виду всерьез. Ладно. Ага. Ну окей. Попытка номер X.
Уху! Мы ищем абсолютный опыт. И пока, и тем не менее, все, что мы нашли, это было... В общем, несчастье день за днем. Бездушные оболочки игроков, текущие через миры, которые мы создали, лишенные радости. Все это далеко от опыта, который мы хотим, мы желали. В течение времени мы поняли в отчаянии, что наши создания превратились в плоскую рутину. О, Омега. Последний этаж. О, да. Нифига это не весело, ребята. И сейчас еще будет, небось, какой-нибудь совсем тупой босс. Так, ну что, я предлагаю, мы достигли вершины. Ой, нет. Я даже на это не надеюсь. Мы ищем абсолютного опыта. И все изменилось, когда мы встретили тебя. Однажды пустой сосуд, птичка в клетке. Теперь ты вернулась снова, целая и свободная. Полноценная и свободная. Наполненная бесконечным ресурсом, рожденным из надежды. Ты та единственная, игрок, которого мы хотели. И потому абсолютный опыт начинается. Черт, сейчас будет какой-нибудь тупой босс. Да. Ну ладно. Попытка номер раз. Ну и что мне с тобой делать? А ты разочаровываешь. А, это я делаю, что ты должен? Или он и сам успокоится? Thank you.
Настоящий экспириенс начинается сейчас. Иди в небо и что-то там. Странно. Я думал, это и будет весь экспириенс. Что? Годы создания. Годы поиска абсолютного опыта. Это привело нас вместе в это место. И так это будет завершено. Одной финальной дуэлью, последней дуэлью. Ну если ты... Если ты меня потом откатишь на... А, надо это валить. А, надо туда залезать было, понял. Время пришло, гости отправят все, подняться еще выше. О, он умножил себе здоровье 2048 раз. Ты снова хочешь поиграть в эту игру, Готэм? Лео, уничтожай. Ага. В общем, надо уничтожать эти штуки. Где мои стейки? Чё? И как мне это сделать? А, я понял, как мне это сделать. Ладно. Так. Вот так. Господи, ж теперь-то что? А, да ладно. О, эта игра, она меня доведет. Thank you.
А теперь что? Это надо? Серьезно? Ну сейчас мне будет хана, да? Ладно. Так, ну давай. А вот все равно его даже, несмотря на то, что я. Еще увеличил себе атаку. В смысле хп. Господи, ну что теперь ты будешь делать? Воу-воу-воу-воу! Серьезно? Черт! Так, ну что, мочить руку не надо. Наконец-то я прошел это скучное испытание. Да, чувак. Я не удивлен тому, что в тебя одни боты играют. Твои уровни. И таким образом, опыт завершен. Наше желание было исполнено. Наша цель достигнуто. Готэм? Что ты тут делаешь? Ты что, с ума сошел? Не надо вставать на мгновенную материю, прекрати это. Поздравляю.
Ты прошла испытание. И я дал тебе мое слово. Используй портал вот там. Он приведет тебя прямо на сервер. Сергей, он с тобой? Нет? Угу. Я рад. Готэм? Начиная с этого дня, все исчезнет. Пустошь Вермиллиона, дизайнер, а так он называл того синего чувака. Мои создания, моя работа, все уйдет. Но я рад. После того, как я находился в этом ужасе все это время, наконец-то все закончено. Лея, у меня плохое предчувствие. Подожди. Пожалуйста, скажи всем, что мне жаль. Нет, не говори так. Лея, мы должны остановить его. Подожди, подожди. Время для меня выйти из игры. Готэм, нет! Ключ принят. Ключ принят. Ключ принят. Ну вот и все. Ты достигла сервера. Здесь я уже ничего не могу поделать. Я не могу починить все проблемы, вызванные поломкой сервера. И доступ до сервера окружения заблокирован. Несмотря на то, что только что случилось. Почему? Вот там. Это все очень неудачно. Почему? Это твоя вина, Сидвелл. Я тоже не ожидал, что это случится. Почему? Потому что это бизнес. А может, это продолжалось слишком долго. Вот почему это случилось. Ты так считаешь, по крайней мере, не так ли? Ну, разумеется, я не хотел всего этого. Это ты втянул его в это. Если честно, я почти удивлен тому, что эта вся затея продолжалась так долго. Давайте будем честными, вся эта программа допросов не была особо стабильной бизнес-моделью. Итак, и несмотря на все это, она была успешной. Как? Как тебе интересно? Ну, как я мог вообще это считать успехом? Может, я просто не хотел отдавать публике продвинутую технологию искусственного интеллекта, откладывая неизбежное, оттягивая неизбежное, неизбежный удар, который это нанесет сегодняшнему обществу. Подожди. Разумеется, нет. Все дело в том, что это было просто очень выгодно. Конфиденциальная информация может очень хорошо продаваться, если знаешь правильных людей. Шутишь сейчас, да? Такой момент. Ну, в конце концов, сила эмпатии смешала мои, обрушила мои планы, нарушила мои планы. Все, кто сражались за будущее аватаров, и теперь, когда секрет выпущен наружу, и так много игроков уже знают об этом, я не смогу продолжать. Ну, на самом деле, даже было бессмысленно, наверное, ждать, пока вы будете штурмовать это место. К
тому моменту, как вы сбежали из земли аватаров, я уже знал, что я не смогу продолжать этот бизнес еще долго. Ну, что не смогу долго продолжать этот бизнес. Тем не менее, мне все равно казалось неправильным просто закончить все. Мне было любопытно. Мне было интересно, как вы будете пытаться достичь сервера. Вот почему я решил подождать. Решение, о котором я теперь жалею, после того, что случилось с Готэмом сегодня. Мне жаль. Ну, в любом случае, эта затея окончена. Время двигаться дальше. Пока. Ты помнишь, не так ли? Время, которое мы провели вместе в той комнате, в пустоши Вермиллиона. Угу. Эти дни были странными, если честно. Часть меня надеялась, что вещи останутся так, как были тогда. Что ты так и не узнаешь правду. И часть меня на самом деле рада, что... Но есть и часть меня, которая рада, что ты сбежала. Что ты путешествовала по всей игровой зоне, видела другие места. Было здорово наблюдать за тобой там. Прощай, Лео. Подожди, какого черта? Просто уходит? Просто так? Ты забрал трех людей, их таланты, их мечты. И втянул их в свои преступные схемы, махинации. Как ты смеешь называть это бизнесом? Как смеешь ты просто так уходить после всего этого? Черт бы его побрал. Ладно, Лео, пришло время. Давай заберем данные. Привет. Лея, ты вернулась? Сиромансер Лея, ты достигла победы? Что, все сработало? Да, все сработало. Мы забрали бэкапы всех аватаров, которые я нашел на сервере. Сатоши, Лукас, все они в безопасности. Пока что... Похоже, Сидул решил закрыть свой бизнес. Он вышел из игры и пропал. А что насчет Готэма? Что случилось? Прости, Готэм, он... Он совершил самоубийство в пещере. Что? Это случилось так быстро, и мы ничего не могли сделать, чтобы остановить его. Шизуко, мне правда жаль. Нет, этот идиот. Сейчас, после всего. Почему он решил сделать это сейчас? День за днем. Играя в эту глупую... Играя в Бога. Подготавливая эти допросы. Я просто думала, он... Что его больше ничего не волнует. И лишь одно я никогда не... Ни о том я раньше не задумывалась. Что он взял на себя самую тяжелую ношу. Заниматься самыми жуткими частями бизнеса Сидвелла. Он, должно быть, потерял контроль давным-давно. И это было оно. Наше долгое путешествие подошло к концу. Сергей? Да? Теперь, когда ты собрал всех аватаров, что дальше? Ну, мне надо связаться с Инстатейментом и объяснить им всю ситуацию. И надеюсь,
мы сможем создать нормальное будущее для аватаров таким способом. И что случится с Леей? Я, к сожалению, я боюсь, я больше не смогу поддерживать ее в игре. Мне, в принципе, не разрешалось это делать. Я и так нарушил правила. И мне не следовало, конечно, нарушать эти правила. А, имеется в виду, что и мне не следует продолжать нарушать правила, пока я обсуждаю это все дело с ними. Но нет же необходимости выключать ее из игры прямо сейчас, не так ли? Мы можем поиграть вместе хотя бы немножко, нет? Ну, да. Торопиться теперь некуда. Чего же мы ждем? Вперед в игровую зону! Все началось тогда, когда я решил найти своих пропавших коллег, моих старых друзей. И вот мы вернулись туда, где наше путешествие началось. Угу. Теперь эти враги совсем смешные. Не представляют никакой опасности. Да, теперь они такие. Я думаю, ты завалила достаточно этих ежей в самом начале. Нет, совсем нет. Эти ежики были совсем легкие, правда, Лея? Лея. Да, точно, я же забыл. Вы были хорошо подготовлены благодаря моему великолепному... моей великолепной экскурсии. Да. Тогда давно она была единственной зацепкой, которая у меня была. Вот поэтому я и поместил ее в игру. Холодный-холодный путь на Берген. Первая гора, которую каждый искатель должен завоевать. И она... Ее населяют маленькие милые... жабокролики. Я все еще чувствую неловкость за то, что я победил так много этих кроликов. Так, а, это он про себя говорит. Я еще чувствую себя, да, плохо. Так, так, ладно, Джордан. Эти маленькие кролики, может быть, и милые, но они могут устроить значительный беспорядок также. Ты когда-нибудь слышал про великую чуму кроликов? Как? Это история, которую я не хочу слышать. Спасибо. Я просто хотел, чтобы она вспомнила. Вспомнила, что произошло. Сказать мне, где я могу их найти. Наконец-то. Наша группа достигла цветущего оазиса Востока. Это дерево марун во всей его красоте. Было на расстоянии броска камня, Леа. Подождите. Да. Освежающий ветерок и спокойная вода прямо располагают для небольшого отдыха. Но у нас нет свободного времени. Некогда его тратить. Нам надо продолжать наше путешествие. Почему? Итак, мы продолжали играть. Путешествие по игровой зоне, надеясь, что воспоминания вернутся. Вот мы вернулись в джунгли. Кстати, Леа, я хотела спросить одну вещь. Когда ты исследовала джунгли вместе с Травоголовым, как часто ты теряла его из виду? А? Что ты имеешь в виду? Да, посмотри на свои волосы. Они сливаются с травой просто идеально. Угу. Это чушь. Не так ли?
Ну, как часто ли я? Да ты шутишь. Ты прикалываешься. Я солгал ей, чтобы она продолжала, защищая ее от правды. Но со временем я заметил, что во мне начало расти чувство вины. Сапфировая гряда. Старые добрые времена. Я проходил эту зону вместе с Лукасом. Испытание терпения было самым клевым. Мы прошли его параллельно, и я сбивался со счета специально, нарочно. Лукас проводил его 3 раза. Это смешно. Но, в конце концов, на 4-й раз он справился. Потому что он сталкивал меня в пруд каждый раз, когда бамбуковая палочка ударялась о камень. В конце концов, я понял, что происходит. Она была больше, чем просто способ закончить все. Я наконец-то понял, что я нашел нового друга. Жалко, что Иван так и не встретился с тобой. Почему? Ну, давай скажем так, он... У него есть связи в Инстатеймент. И я уверен, что... Он бы очень обрадовался, узнав об аватарах. Но, к сожалению, он уехал на деловую поездку. И в ближайшее время его не будет в игре. О, ты говорил про Ивана сейчас? Нет. Да ладно, брось ты, я хочу с ним встретиться хоть раз. Забудь об этом. После этого, перед тем, как я знал, как я успел это заметить, уже было, пришло время говорить прощай. До свидания. О, какое милое убежище. Да уж. Гораздо круче, чем наша маленькая штаб-квартира. Но у нас были связи, в конце концов. Ну что ж, время пришло. Я на самом деле не знаю, что еще сказать, кроме как... Спасибо вам огромное за все. Мы не смогли бы справиться без вашей помощи. А, не стоит благодарности. Мы совершили справедливость там, где это следовало сделать. Сергей, а Лея же вернется, правда? Пожалуйста, пообещай мне, что она вернется. К сожалению, я не могу дать тебе это обещание. Я могу только пообещать, что я приложу все возможные усилия, чтобы это случилось. Я. Мне будет так тебе не хватать. Пока. Прощай. Ты должна вернуться когда-нибудь. Это должно случиться. Угу. Прощай, милая. Пока. Пока. Прощай, Лея. До свидания. А, наконец-то я могу... Я вижу этот знаменитые обнимашки. О! Пока. Увидимся, Лея. Пока. Пока, милая. Пока. И будем надеяться, что мы снова встретимся. Сервансер, Лея. Лея. Ладно, ладно. Прощай, Лея. Пока. А теперь, пожалуйста, отпусти меня. Прощай, малышка. До свидания, малышка. Ну, подожди, это странно. Пока. До свидания, Лея. Серьезно. Как ты можешь быть такой трогательной? Пока. Ну, это знак для меня. Спокойной ночи и сладких снов, Лея.
Ну что ж, теперь дело за мной. Сделай так, чтобы мы смогли снова встретиться. Thank you.
Его точка зрения имела право на жизнь. Эти скалы действительно бессмысленные.